себя. Здесь строчка есть реплика крестов. Кресты, тюрьма в Питере называется, красная такая. Дело происходит здесь, в Фортине. Тойота не спеша с заправки тронет. Прохожий выбросит, как бы уронит, бумажку мимо. Реплика крестов за изгородью резеньких кустов. Дом в солнце тонет. Красно-кирпичный, четырехэтажный, невидящими окнами чуть страшно. Зайдешь в квартиру, глянешь изнутри. Смотри туда, где нет тебя, смотри на свет протяжный, на дрящийся, на неопровержимый, а сколько и дрожащий, и дрожимый. Грамматика — действительный залог, одушевлен страдательный. Свет Бог, твори во имя. Вот здесь стихотворение, где Ладей Меншин, оно посвящено Льву Доновскому. Ночь на 3 апреля 2009 года. 3 апреля – день рождения Льва. С ожесточением. И мелодия здесь некрасовская. Здесь есть цитата из Некрасова, но так случайно получилось, что вдруг Некрасов каким-то образом влез в стихотворение. С ожесточением некаменный жил я в квартале от красной тюрьмы. Дай-ка возьму этот ритм непрекаянный на ночь взаймы. Робок ты сердцем, ты слаб ли ты силами, как эту ночь переплыть? Помню буксиры с их криками сиплыми, мост разводной не забыть. Это летение, летение, выйдешь к реке, небосвод воспален где-то над биржей, где длится ладенье, эншпиль расправленных колонн. Можно сказать, что на стогнах тише и червёхом в окнах. Стихли застольные пьяные гомоны, город у гор в распрямленной красе. То ли уснули неправильным сном они, то ли попрятались все. Я подневольным крещен понедельником, помню предутренний свет. Нас было трое, ты был нашим берегом, первый которого нет. Этот мотив я затеял, не ведая, что обращаюсь к тебе. Осыпь апрельская, время грохочет отпетое, и дом в водосточной трубе. Суть дела. Точка засыпания прекрасна, как ничто на свете, так легка. Только что не спал, и вдруг погасла вся эта латерна магика. Ровное прервав повествование и перечисление вещей, нам представить наше расставание следует исчерпывающе. Чтобы его встретить не проклятием, даже не сожалением, но благодарностью, простым приятием. Остальное несущественно. Рождение времени. Это юг, Крым, что ли? Шланг легонько так извивается, из него вода изливается, помидором гретым воздух тяжел, к шлангу я подошел. Жарко жар идет, поднимается, полуспит дитя, скукой мается, георгин на грядке ярко мясист, как матис аметист. Подбираю шланг с замиранием, двор дрожит стрекозиным реянием, поливаю двор в солнечном свете, в радужном забытье. Распыленная вода катится по траве и десятикратится, разбегаясь, ставнями дом закрыт, дом прохладу хранит. Лето длится, лето бессрочно, золотой цикадой прострочено, циферблат подсолнух в огне стоит. Тяжесть время таит. Вдоль бархат побелки на ощупь, а за круглым стеклом стрелок роща. Отражением дня зажглось стекло. Дрогнув, время пошло.
радиоспектакль «Иванов». Это детство Ленинграда. Эти радиоспектакли. Я не слышу. Вообще радио, еще телевизор плохо работает. Одна из коммуналок родины, темно, соседи приколотены. Все вещи неуютной комнаты, остривым вечером приобняты. Тебе лет 10, завтра школа, тарелка радио у пола. А колеванца нет, а колеванца. Ты что-то загорделась, загорделась. Предгрозового фьют немного солнца, в буфете рюмка загорелась. Ты сосен к тетке, где родители? Они в раздумье, их похитили. С тобой, Коля, жить такие муки. Ань, глядя на тебя, мрут мухи. Соседка, а соседка, дайте рубль. Соседкина фамилия Рыхрули. Накрапывает подоконник, скрежет трамвая, угол кирочный отрежет. Потом романс, я вновь перед тобой. Светло-вишневые обои. В квартире шумно, многожительно. И некуда деваться положительно. Я все снесу. Куда снесешь? Не смей. В ломбард. Мне опротивил мой дом. Я не выдержу свои насмешки над самим собой. Пора и честь знать, что за чертов дом. И с улицы как быстро гром. Еще чуть-чуть. Вина. Помню еще иглы, проблеск и мать. Она шьет закоулки тьмы, лампы освещена. А на исходе дня зимнего под окном держит она меня за руку перед сном. Лет через 45 в том же углу она все, что могла, лежать парализована. Руку ее держал маленькую, когда в путь ее провожал отсюда туда. С нею был, но не весь, теплая была рука, в том виноват, что здесь оставался пока. Жизнь тонкая нить, где-то в иголку смерть. Чтобы вину избыть, следует умереть. Подумала, что мы уступаем ей по всему периметру и гораздо дальше.